просто перед грозой они сейчас оживятся и вообще проклюет. И после, а к вечеру вообще должно проклевать, да? Хуёво должно проклевать. Ну, сколько он уже не берет-то? Вчера такими умными не были, бля, я не знаю. А да, должен поклевать. Сейчас поклюет. Темечко тебе, дождик. Я думаю, стороной пройдет. Сними это. Я снимаю. Все видели какой-то синоптик, бля. Обрати внимание, где все поклевки-то, в метре от лодки. Угу. Такая вода высокая была, мы вообще, знаешь, как с чаем вставали. Вставали выше, блин, перекидывали эту гряду и через нее перетаскивали. И за ней, и перед буной поклевки были, и за ней, блин. Идти ловить. Вот он, совет профессионала. Или не идти и не ловить. Остаться здесь, в тенечке. Поймал, что ли? Нет, Сережа. Не может быть. Может быть. Ну, вот. Какой интереснее уже. Уже. А нет, такой же почти. За мамой есть. Мама. Какой твистер? Ну-ка покажи, как он хитро он так зацепился у тебя. Специально не, нарочно не придумаешь. О! И все. Манс-какашечка. Манс-какашечка. Погрызанный немножко. Да. Ветер, что ли, был? Ну нет, это его кто-то... Коцал. Родственник как-то его подкоцал. Ну уже отплескалась, отгуляла. У нее проводы там сейчас. И провожают. Сковородку. Сковородку. А, проводы на сковородку? Да-да-да. Как в армию уходят, так же провожают на перекаты ее. Старый лещ провожает своего сына на перекат. Охотится на воблеры. Охотится на воблеры. Да. На какие тактические приемы сейчас будем использовать? Засыпание на веслах? Сережа, я очку успокойся, клубочек. Что ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, судачок. 32 грамма, говоришь? 32 грамма, да. Не может быть, блин. Блин, такая поклевище была. Да? Да. Близко, что? Да, вот прям здесь. Поклевище прям? Сейчас попробую на воблер, что? Может, на воблер лучше будет? Сейчас перед дождем-то начнет колбасить, да? Сейчас будет сосисить. Покажи, на какой твистер, значит. 3G. Как сказал бы Олег Капитанов, сковородничек. Драчунишка? Да. Ну вот. Какашечку прижал, да, там где-то. Прижал. Покажи, как он это. Так вот, за щечку. Да, активничает. Ну, хорошо, хорошо. Базилечек клюнул. Да, манса, какашечку. Какашечку. Оп, 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 оп. Ну иди, иди. Так, вот, так. Ай-яй-яй, колючка. Противно, иди сюда, сволочка. Хотел культурно, не получается. Да, это одна и та же братва. Да. Ну, в принципе, задаться целью за целый день-то можно наколбасить таких вот кудесников. На глазах у детей съели коня. А кстати, мы можем ухи-то сварить, у нас есть датчики. Витрина. Забавно.